приставили охрану. Меры приняли в отношении одной из пациенток с COVID-19, которая дважды сбегала из медучреждений. 34-летняя жительница села Хинкэуть Единицкого района проходила лечение в столичной больнице Святого Архангела Михаила. 30 апреля она покинула ее самовольно. Ее нашли и доставили в райбольницу Единиц, откуда она вновь сбежала всего спустя несколько часов. Ее разыскали и приставили к ней полицейских. С начала марта зарегистрировали более 10 подобных случаев. Всех беглецов разыскали и привлекли к ответственности. Четверых оштрафовали на 22,5 тысячи леев. На имя двух беглецов открыли уголовные дела. Остальные случаи расследуются.